Развитая мускулатура, количество волос на теле, уверенность в себе и сексуальная активность – все это имеет прямую зависимость от количества тестостерона в крови. Но, к сожалению, многие мужчины испытывают недостаток этого чудесного гормона. В основном это связано с неправильным образом жизни и вредными привычками. Курением, алкоголь, неправильным питанием, недостатком сна и физической активности. Да, и природа распорядилась так, что после 30 лет у любого мужчины начинается медленное снижение уровня тестостерона в крови, начинаются проблемы со здоровьем, снижение тонуса и множество других проблем, решить которые можно, всего лишь повысив уровень мужского гормона в крови. Я расскажу о том, как сделать это при помощи продуктов питания. Виноград. Для более активных сперматозоидов виноград содержит ресвератрол, который заставляет сперму быть более активной. Горсть красного винограда в день позволит значительно усилить выработку тестостерона, что повлечет за собой и другие позитивные изменения. Тунец – для более высокого полового влечения. Содержание витамина D в тунце является беспрецедентным. Таким же является и влияние этого витамина на выработку тестостерона. Уровень либидо после употребления тунца гарантированно вырастет. Это подтверждено медицинскими исследованиями. Гранат для борьбы с импотенцией. Некоторые исследователи говорят, что гранат и есть тот самый библейский запретный плод. 47% мужчин, страдающих импотенцией, отметили, что их состояние улучшилось после того, как они добавили в свой рацион стакан гранатового сока. Оленина для роста мышц. Отсутствие мяса в диете мужчины может привести к падению тестостерона на значительные показатели. Лучшим мясом для мужчин считается оленина. Она очень богата железом и цинком и провоцирует усиленную выработку гормона тестостерона. Чеснок для поддержания мышечной массы. Чеснок содержит аллицин, соединение, снижающее уровень гормона стресса кортизола. Лучше всего работает сырой чеснок, который благодаря летучим веществам полезен уже с момента очистки. Мед для лучшего потока крови. Мед издавна используют как афродизиак. Он содержит минералы, способные вызвать повышенный уровень выработки тестостерона. Помимо всего прочего, мед также богат окисью азота, которая помогает формированию молекул гормонов. Молоко для телосложения. Молоко содержит незаменимые аминокислоты, которые помогают поддерживать метаболизм в активном состоянии и более активно сжигает жир. Яйца для повышения гормонального фона. Яйца содержат полезный холестерин, который является сырьем для образования тестостерона. Об этом знают все диетологи и настоятельно советуют всем мужчинам включать в свой рацион куриные яйца. Капуста от женских гормонов. Капуста полна химического вещества, называемого индол-3-карбинол, который избавляет вашу кровь от женских гормонов. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья! We'll be right back.